Налог на бездетность, он будет составлять 30-40 тысяч. А как вы к этому относитесь, ваше мнение по этому поводу? Отрицательно. Почему? Ну, никто не имеет права заставить человека там рожать ребенка или не рожать. Потому что у кого-то обстоятельства, у кого-то здоровье, у кого-то еще какие-то личные убеждения. Каждый же заводит детей в зависимости от того, как он сможет, сколько он сможет содержать. Ребенка ж нужно не только родить, но и довести до ума. Смотря в каком возрасте. Если человек уже за 30 лет, как бы, есть смысл завести ребенка. Ну, 25 рамки вот так плюс-минус. А первые годы жизни, как бы, он живет больше для себя, развивается. То есть строит какой-то капитал, допустим. Ну, какую-то безопасность, подушку. Ну, на мой взгляд, это глупость. Почему? Ну, потому что многих семей это приведет, ну, скажем так... Нищету. Ну да, нищета, невозможность прокормить детей и, ну, содержать как-то семью. Как стимулировать тогда? Как, ну, заставить людей больше рожать? И вообще нужно ли? Не улучшать нужно. Условия, чтобы люди хотели рожать, чтобы они не боялись прокормить, чтобы, ну, было достойно образование, то есть доступное, правда? Ипотеку сделать более доступной.